перед началом данного видео дисклеймер. Данное видео никого не хочет оскорбить или унизить. Приятного просмотра! С вами я. И сегодня будет очень масштабное разоблачение на жителя темы. Первая причина. Предательство. Он меня часто предавал, и особенно это часто было до сентября 2020 года. Сейчас это становится все реже, но все равно это происходит часто. Вот. Я приведу вам пример. Недавно он меня предал из-за того, что я добавлял колбоя на сервера. И на всякие сервера, куда он не хотел, чтобы я добавлял колбой, и вообще он не хотел, чтобы я куда-то добавлял колбой. И он меня из-за этого предал. Но ты бы мог бы объяснить бы мне просто бы, просто, что нельзя добавлять колбой на сервера. Я бы не стал бы добавлять, если бы ты бы просто бы мне сказал то, чтобы нельзя добавлять колбой на сервера в Дискорде. И вообще везде нельзя добавлять колбой, потому что он против жителя Лимончикова. И еще, вот, еще, до сентября 2020 года у него вообще были тупые причины, вот, вот, передам пример, он меня когда-то предавал просто из-за того, что он выдумал причину, из-за того, что мне было 7 лет, но на самом деле мне не было 7 лет, мне было тогда 9 лет, скоро мне исполнится 10 лет, 27 января, вот, и еще я ему дал пруф, почему мне не 7 лет, а он все равно говорил, да, что мне 7 лет. Это вообще была тупая причина. Вторая причина, это то, что житель темы манипулирует своими друзьями. И это полностью правда. Вот, например, я вам приведу пример, как он манипулирует своими друзьями. Например, вот Руслан Агузов, Артем Васильков, Даниил Чубук, он ими манипулировал постоянно. Вот, хотя он уже с Даниилом Чебуковым и Артемом Васильковым давно не общался, но я вам приведу пример, то что, вот, он говорит то, что Гомер, Артем Васильков или Даниил Чебук, они с ними мирятся, вот, потому что думают, что он их больше не предаст, хотя он их потом предаст 100% и уже предал, вот, и еще он потом говорит, Тагир вас предал, не дружите с ним, а потом они говорят, ого, не надо дружить с Тагиром, потому что он нас предал. Вот, и потом они начинают меня обзывать из-за того, что я их предал, хотя я их не предал. Из-за того, что я что-то плохое раньше сделал жизни тему, хотя он сам это заслужил, и это все и происходит из-за него. Вот, из-за этого он пишет им такое. Третья причина, это то, что он заставляет своих друзей предавать врагов жителя тему. И вот иногда происходит вообще такое, то что житель тема заставляет, вот, передает вот своих друзей из-за того, что они относятся нейтрально к его врагу или положительно. Ну, нейтрально это вообще бред, положительно это хотя бы не совсем бред, а нейтрально к врагу это бред. Житель темы еще заставляет своих друзей, которые ему даже друзьями не являются, и он их даже своими друзьями не считает, вот, предавать их друзей из-за того, что вот их друзья это хейтеры жителя темы. Это вообще полный бред. И вот какой-то житель темы не должен так себя вести, потому что, ну, это полный ужас. Они не обязаны предавать своих друзей только из-за того, что они против жителя темы. Потому что, ну, житель темы это сам это заслужил. Он сам себя ведет отвратительно, у него поведение ужасное. Вот. Еще жители мальчиков заставляют Венома, Нурмухамеда, писать моим маминым подругам, чтобы они сказали номер моей мамы. Но это вообще полный бред. Как вообще это можно? Нурмухамед не обязан выполнять все желания жителя темы только потому, что он это говорит. Вот. Это вообще полный бред. Мне и так всю информацию, которую делают Нурмухамед, передают. А Нурмухамед и житель темы еще на что-то надеются, хотя надежды тут бессмысленны полностью. Я им уже это много раз говорила, они не понимают, вот. Ну, поэтому еще Нурмухамед
настолько тупой, то что он постоянно мирится с жителем темы, житель темы его трехэтажным матом материт, а потом он все равно мирится с ним. Житель темы ему никакой пользы не предоставляет, а он с ним мирится. Как вообще это возможно просто? Или он просто мирится так же, как и я, вот, только потому, что житель темы его не обзывал, вот, вот. Но это навряд ли потому, что он подсасывает жителя темы, вот. И это было не так. Еще одна причина. Житель Лимончиков нас постоянно обманывает. Обман до сентября 2020 года был вообще полным. Вот. Он постоянно обманывает. Там, вот. Я приведу пример. Он обманывает то, что житель Черненко и житель Горбачев это не его альты. Он будет говорить: я уже признался, то, что это мои альты. Но ты вообще... Из этих альтов ты ведешь себя не так, как будто бы ты житель Лимончиков, а так, как будто бы ты другой человек шатив с этих альтов. Еще ты меня обзываешь с этих альтов. Я все знаю про твои альты, которые ты в Дискорде делаешь. Вот. Вот там. И вот я их моментально вычисляю. И вот я делаю вот такой, как будто бы я их не знаю, но на самом деле я их знаю. Я знаю то, что это твои альты, и скрывать тебе нечего от меня. Я не настолько тупой. И твои скрывания что-то от меня, это полностью бесполезно. Пойми уже ты, житель Лимончиков. Вот. Это твои альты, потому что когда житель Горбачев спамил в Дискорде, и житель Черненко ничего не обращал, но ты был в сети, вот. И вот ты вообще не обращал на это внимания. И просто написал одно сообщение, житель Горбачев, что я остранен еще до спама. Во время спама он ничего не описал, написал, вообще ничего не написал, хотя он был в сети. Вот. И я написал одно сообщение по случайности. Я написал тема. Житель тема Горбачев говно. И он вот сразу обратил на это внимание. Ты предатель, сейчас тебя в наказанное отправлю. А на весь спам он не обращал внимания. Даже когда я написал это сообщение, он на спам не обращал внимания. И даже не забанил жителя Горбачева. Это вообще полный бред. Житель Горбачев и житель Черненко это твой альт. А теперь почему житель Черненко твой альт? Житель Черненко твой альт, потому что он ведет себя так же, как и житель Горбачев. И тоже отправлял такие гифки. И отправлял такие гифки и притворялся то, что он был Крэнком, и он спионил за нами. Хотя житель Черненко это не Крэнк, потому что Крэнк постоянно ставит точку в конце сообщения, а житель Черненко никогда не ставил. Еще его до этого никто не знал. Это точно не Крэнк. Еще один пункт — это недоразоблачение. Житель темы — это недоразоблачение, потому что у него в разоблачениях никакого монтажа нету, никаких просто нету, ни эффектов. Просто даже музыки никакой нету, просто какой-то голос бота и какая-то картинка, еще какие-то скрины. И вот на этом весь монтаж у тебя кончился в своих недоразоблачениях. И там какие-то недокрупы, большинство своих недоразоблачений даже одной минуты не дотягивают. И никакое твое недоразоблачение даже не было 5-минутное. Вот. Это доказывает, что ты недоразоблачитель. Вот. Еще один пункт. Это оскорбление того, что он даже не знает. Вот, я иногда говорю, что какая-то вещь говно, и говорю, житель темы, ты согласен? А он потом говорит, что это? А потом я объясняю, что это значит, и что это такое. Ну, потом он говорит, ну, согл. Вот, хотя я иногда это одним словом описываю, просто говорю название этой вещи, а он сразу говорит, ну, согл. Это вообще полный бред. Как ты можешь согласиться, что что-то говно, даже не зная, что это такое и что это значит? Это полный ужас. Так себя вести нельзя. И еще один пункт, это то, что житель темы один ничего сам не способен. Вот, если бы все его друзья узнали бы, кто он на самом деле, и все бы его предали, и все бы стали бы против него, то житель темы бы сам бы ничего не способен, и сразу бы слился, заблокировал, вот ушел из группы или просто говорил гомер от беспомощности, если бы все его предали и начали обзывать. Ну, вот, а если он со всеми начинает обзывать одного человека, то это уже совсем другое дело. Следующий пункт — это тупость. Житель темы сам почти ничего не знает и постоянно говорит, что это такое и как это делается у меня. Хотя ему 12 лет, а мне 9. Значит, он должен знать больше, чем я. И постоянно
и не спрашивать постоянно у меня, что это. Это явный пример того, что возраст ничего не решает. Важно, какой ты человек, а не какой у тебя возраст. И еще один пункт. Это забывчивость. Он недавно забывал, какое время у меня школа. Хотя я ему четко и ясно говорил, в это время у меня школа. А я ему говорил, не надо мне что-то писать, когда у меня школа, потому что я не беру планшет с собой в школу. А он мне не то, что писал, он меня предавал из-за того, что вот я слил лицо Руслана Гузова, хотя это был мой последний слив. Я даже в названии видео написал то, что это был мой последний слив, и больше никаких сливов не будет. А он меня все равно предал и начал обзывать из-за последнего слива. Это вообще полная тупость. И как это можно предавать из-за этого? И еще один пункт, это житель Малиновкин. Житель Малиновкин — это яркий пример, как житель Тема манипулирует своими фанатами. Вот. Житель Малиновкин, вот когда он приходит в сеть, а в Дискорде он приходит в сеть довольно редко. И когда он приходит в сеть, вот и когда житель Тема меня снова предает, они вместе начинают предавать меня, но житель Малиновкин предает меня только после того, как житель Тема предает меня. Вот. И они начинают меня вместе обзывать. Уважитель Тема по какой-то непонятной причине, недостойное предательство. Ну, в основном, уважители Темы причины понятные, но просто они немного тупые. Ну, а житель Малиновкин предает меня из-за жителя Темы. Они очень сильно дружат, но житель Темы вот с ним не дружит. Он может все что угодно писать жителю Малиновкину в ЛС, на сервер, я с тобой дружу, житель Малиновкин, вот, и не обращай внимания на Тагира, но он, я знаю правду, ты с ним не дружишь, ты его используешь только потому, что вот тебе это выгодно, тебе выгодно использовать жителя Малиновкина, вот, для того, чтобы он обзывал каких-нибудь твоих врагов или помогал тебе для чего-то, но если бы житель Малиновкин не обладал таким навыком, то ты бы его бы тоже передавал, как и меня, постоянно. И еще, жители мальчиков, это видео не пытается себя оскорбить или унизить. Это видео пытается сделать так, чтобы ты исправил свои ошибки и признал их. Вот. Нужно исправлять свои ошибки, потому что, вот это постоянно все проблема в тебе, потому что вот если ты кого-то предаешь и потом тебя начинают обзывать, это проблема все в тебе, поэтому нужно исправляться. И если тебя начинают обзывать, то ты можешь просто заблокировать и не общаться с ним, а не в ответ обзывать. Ну, это разоблачение подходит постепенно к концу, и всем пока-пока-пока.